Всем привет, с вами полковник Макаров, продолжаем проходить Slayer X. Навряд ли это последняя уровень, вернее. По идее будет еще один. Бать мой хуй, что происходит, почему так сразу? И кто вот ебошит? Непонятно. Ну охуеть. Ну блять, конечно, самый пиздатый мой, блять, противник. Ракетчница, блять. Уже практически я мертв. Ну тут охуенно. Это я чисто тестил, чё, куда, почему, и зачем, и нахуя еще дополнительно, как бы. Пистата нет. Блядь, мне показалось, что он дохлый. Блядь, ебаный в рот. Казина, блядь. А чё, я патроны не взял в начале урона? Пистолету. Что, ебали, кто стреляет, сука, блядь? Конечно, блядь, если сверху вниз у меня стреляют, конечно, меня выебут, блядь. Здорово, крыса. Ага. Ага. Понял, принял. Так, где, куда я зашел, блядь? Ага. Идите нахер. Вас не звал. Пиздос, а не уровень какой-то. Кто стреляет, блядь, уебище. Понял, принял. Угу, охуенно интересно. Блять, ебаный в рот этого казина, а? Блять, как такой уровень бесит, когда тебя просто сверху вот это жмут нахуй. Стреляет и при этом урона хрен знает сколько, 10% хп, по-моему. Блять, ебал я в рот, блять, вас всех. Съебали спамить. Так, походу, когда ближе подберусь будет. Блять, ебал нахуй в рот, блять. Еще раз повторяю. И уровни, блять. Заебало. Влазь, сука. Влазь, сука. На, блядь. Сука, нахуй, нихуя себе. На, сука. Заебали, повторюсь. Кто там, блядь? Вот, блядь.
Ну, какой ты шажок сделаешь, себе пиздец, блядь. Уже куда-то падаешь, нахуй. ХП ни хрена не дают, ни хрена нету его. Изначально, блядь. Спасибо, уйти отсюда. Ты нихуя себе сразу врываться. О, блядь, нихуя. Так вот. Сучки. Блять, вот это что нахуй? Откуда вылезло? Что, в секстуре был, что ли? Вот это, блядь, живой нахуй, мертвый хрен его поймешь. Что-то секрет явно. Угу. Ну, я загружусь, пожалуй. Сейчас, блядь, загрузка подреспаунит их еще наполовину. Там респаунуло только эти души. Ага, это на этой хуйне типа надо уходить. И выходить. Ты, блядь, охуительно. Вот это да, вот это охуительно. Вообще не подняла ни на грош, как говорится. Хотя бы патроны есть, ладно. Так, еще раз сейв. Сколько у меня там хп? 40, но это хуйня какая-то. Блять. О, подкрепление? Что ли? А, блять. Они, видимо, подкрепление скидывают постепенно. Блять, заебешь спамить нахуй, блять. Я тоже так умею. На, блять. На, спам тебе. Вот такие подкрепления. Ты когда выполняешь, дальше типа легче становится. Вот этот нахуй, откуда вообще появляется? Просто бац, и у тебя где-то недалеко появился, черт ебаный. Атакуйте, хули вы стоите, блядь, черти его. А вон и выход. Лома за фака? Мой сын действительно сделал этот арт. Pretty good for a 3-year-old, right? He's awesome. His name's Mikey. I promise he could do some art in my game. He's probably gonna do art when he grows up. He can also write all of the letters. Блять. Опа. Big rig truck. What is he doing here with all these psychos? Time to hit the road. Пока я назад пойду. Невидимая стена, понятно. Не, сюжет все-таки не заканчивается. Будет какой-то босс, он, видимо, какого-то чела воскрешает, типа. И будет босс. Секретка и пара врагов. На дороге, хорошо. А, прям на дороге.
Нихуя себе, блядь. Тихо. Блядь, это как бы хуево, я опять сверху. Блядь. Ебать мой хуй. Сразу пиздяшеньки дают. Эй, бля, курва. Ебать тут ракет. Уровень ракет, видимо. В эту хуйню я стрелял. Самое главное, что я по себе стрелял. Это же самое главное. Ну я там что-то задеваю, ладно. Кашки. Оу. Ебать. Ну как вас там разъебать-то? Ладно. Самое бесполезное оружие. Блять, не получается, ладно. Так, поехали. Ауч, действительно. На полном ходу, ауч. Да ебать его нахуй. О, бонус. Блять, ебать уровень нахуй, это пиздос. Вот как этот рофлит, такой уровень. Ох, ебать! Хорош. Прям замечательно, прям сохранюсь. Вот это нормально. Тоже устраивает. Так, вот чел. Походу, это конечное. Так, я хочу на том вот машину. Это возможно? Она же сейчас должна, наверное, сохранюсь. Быть. Или типа уже проебал. Момент. О, летит. Блять, блять, блять. Нормально.
Пойдет, хорошо. Жив. Главное, жив-здоров. Не совсем, но здоров. Так, поехали. И сюда. I have been waiting my whole life for this. Угу. Я тебя ракетницей разъебу. Now you will see my true power. What the fuck? What the fuck, мазафак? Кончай, блядь. Уе ты. Как нечестно. Дерьмом кидаться нечестно. Fuck you. Че, больно? Да, можно на семерочку, пожалуйста, переключиться. Не, мазафака. Дерьмо. Это самое своего места пока что. Не, блядь. Не, мазафака. Блядь, не получилось. Надо было, походу, в передний, самый первый вагон, где еще ракеты были. Блять. Вот это нахуй спаун, блять, пиздаты. 10 из 10. See my true power. Ну. Ну, блядь, ну, блядь, только так, блядь. А как еще? Блядь, еще эта сука отъехала, пусть знает куда. Блядь. А где? Как забраться-то? Алло, нахуй, заберись назад. Ну ладно, пойду так. Ну вот, все, патроны есть. Жить должен. Дерьмо. Блять, хую видишь, когда он это запускает. ХП, блять, просрал на дорогу, на спавн. Смотрите, спавн. Охуенный спавн. Блять, что-то высоковато беру. Уя ты далеко, блять! Каешься, о! Блять, короче, я тебя так выебу нахуй. А ракетницы я потом буду застреливать. О, там еще ракетница есть, ну-ка. Я сейчас так вот сохранюсь, тут хотя бы сейвово. Тут само то стоять. Защита... неполная, но защита. Блять, что происходит? Почему я двигаться не могу нормально? Лево тупо не ходит.
Пиздец. Оно еще больше разрушилось, походу. Блять, это пиздец, вообще не понимаю. Че, куда, нахуя это вообще все? Вот такие мысли в голове только. Все поломалось, нахуй, я смотрю. И шо? Это сломало, да? Его респаун здесь. Хорошо, значит нужно дотугу. Так, это какая дотугу? Аутосейв, это когда подходишь. Это вообще хуй поймический, блядь. Сейв такой, чтобы... Ага, это, короче, до того, да? Это самый грамотный сейф. Его можно перезаписать. Второй можно, конечно... Нет, по-моему, только скрипт отсюда будет нормально работать. По-другому не будет работать. Здесь нужно именно вот отсюда играть. Ну да. Скорее всего, да. Конечно, вот сейчас попадать, блядь, вниз не надо было. Но сейчас можно вот все будет. Скрипт запустил. Блядь, ебал я в рот этого казино. Блять, какая тупая этот момент. Убиваешь от него. Так, давай еще раз. Только вот этот момент мы не будем затрагивать. Слот 4, не знаю, если запомню. Где уже скрипт запущен, но... Еще вот этот скрипт не запущен. Ага. А потому что 10 из 10, блядь. Нахуй, ни одной машины, блядь. Это говно, а не респаун. Так, это вот здесь вот. Типа он должен туда прыгнуть. Посмотрим, сколько ему сейчас хп. У него может хп 3 регенилось или сломался скрипт. Не, только со скрипта можно. Так он не работает. Все. Ничего нету, ничего не произойдет. Все понятно. Только со скрипта. Это значит отсюда надо. Пиздос. Пиздос. Finally, I can kill you. Zane, I have been waiting my whole life for this. Здесь типа нельзя проебывать, но хз его как-то, как тут это не проебывать. Ну, а назад ты прыгать будешь-то, блядь? А, ты уже прыгнул? Ты поймешь. Блядь, ну ёб твою мать, без шифта все пиздос. Со шифтом надо прыгать. Кстати, машины типа защиты, но, блять, они такие себе хуёвые, что пиздос. Ну, а только на последнюю. Ну и что мне, блять, мне что вот это даст? Мне вот сюда надо. Так, короче, как файт происходит? Наверное, вот здесь вот прятаться самото. Надо, где он сейчас? Блять,
Блять, давай скрою нахуй, это заебало, нихуя не видно. Давай в эту сторону, ёбище. А, вон ты где. Крыша не должна взламываться. Что-то высрал? Ага. И стреляет, блядь, застреливает полностью. Ну куда ты меня поднимаешь-то, ебаный ты халава? О, там что-то еще есть. Блять, я прицел нихуя не вижу. Так, зеленую хуйню запускал только что. Черт ебаный. Пизду, не буду рисковать. Сейчас одно выстрелит, второе выстрелит. Я в себя стрелял, что ли? Где он? Как меня заряжает этим. Это было сейчас. Блять, он начинает стрелять. Ты не понимаешь, ни начала анимации, нихуя нету просто. Просто нихуяшечки, блять. Это хуёвая загрузка. Вот это заебись. Ну я хуёво знать, как его побеждать. Вот по сути это и есть финал. Это ебанутая хуйня, блять, конечно. Как его ебать, что тут делать, блядь? Пульс какой-то хуйни, блядь, стреляет. Тоже вот эта X-энергия, блядь. Пиздец, сколько сносит. Говно это, блядь, и так далее, нахуй. И главное, я его луплю, ему похуй. Похуй. А знаете, что потом? Опять похуй. А знаете, что в финале? Опять похуй. Вот так вот, блядь, играешь на. Знаете, что я еще не знаю, что мне делать? Вот когда ему похуй, что мне делать, блядь. Ему все равно же будет похуй. Логика, нахуй, пиздатая. Ну вот она как бы так и видно, блядь. Сколько ему нанес, блядь? Сколько надо, блядь? Почему здоровья столько нету? Рестарт левел типа здоровье оставить, сохранить. Сейвовье пройти только что. ХПшку хоть бы какую-то сделали, понимание, знаете. Сколько этой ерундой заниматься. Давай быстрее. Сейчас бы сохраниться, но хрен с два. Что это за машина, блядь, что он тут делает? Ну, блядь, почему так долго летит это дерьмо, блядь? Ну, сейчас непонятно, я в нее очень не попадаю, что ли? Слишком далеко? Уже зеленые хуйни. Почему зеленые? Почему мне регулировать?
Так вот сейчас что он будет делать, интересно? Зеленый или сначала рыгать? Не будем рисковать. Зеленая хуйня, хорошо. Блять, он срет. Когда срет, в него можно стрелять. В принципе. Ракетницы надо взять, патроны. Эй, блять, курва ебаная. Все, сейчас не боимся. Потому что он срет, а срет похуй еще. Что-то хуйня пока долетит до меня. Все патроны нахрен. Блять, ебал его в рот нахуй. Этого разработчика долбоеба, блять. Умирать он умеет вообще? Где он? Ты что, он подхилился типа что ли? Не попадай. Мошник ебаный. Так, сейчас назад. Там ничего не будет, он, наверное, там хилится, да, он хилится, видимо. Машины собирает мелкие. А теперь что, он это будет ебать? Так, сейчас зеленая будет. Опа, сдох говно. Походу. А еще вдобавок. Блять, пиздец. Ебанешься. Ну только в конце, что ракетница была, блять. Потому что у тебя пистолета не хватит, миниган мало что делает, мне кажется. Икс-энергия тоже в секрет. В смысле? Это справа машину, которую не взял, что ли? Секретка. Хуй знает. Disappointed about this if you weren't such a sucky, stupid, pervert boss. You were weak, and you smelled like turds and rotten fish. No matter. Now the real games begin. Watch out, Zane. Something is coming. From somewhere you least expect it. I am the Z-Slayer. Breaking news! The evacuation has ended after famous CEO, comic book artist, and final X-Slayer Zane Lofton defeated the Psycho Syndicate and saved everyone. Thank you, Zane. To make it so the Psycho Syndicate never returns, I am now training students to be X-Slayers. Enroll now in the X-Slayer Training School at the Secret Training Dojo today, or else... Это типа продолжение следует, что ли? Ну, графику надо подтянуть, геймплей поинтереснее сделать, оружие покачественнее, что ли, чтобы... Мочилово, короче, мочилово, как будто в доме. Ебать, субтитры нахуй все позависали нахер. Так, а если переключу катсцена... Опа. Опа. А мне катсцена-то нихуя не работает. Вообще по пизде все пошло, короче, похуй. Пропускаю. Катсцена, короче, FPS не имеет. Походу, вот здесь нормально, но она подгружает. Хуёво. О-о-о. Блять, а у меня, значит, записывалось хотя бы нормально, блять. А то сейчас FPS упал. Надо будет просмотреть. Вначале я включил, нормально записывалось, а вот потом не знаю. Вы прошли игру.
бонусные товары разблокированы в стартовой области? В смысле? А я знаю, какие. Наверное, все пушки сразу взять. Ладно, не знаю, она багает почему-то. Могу, блядь, реально новую игру попробовать начать. Она хоть разбагает, блядь. Или у меня чисто все уже, да, 5 FPS. А, кстати, может такая хуйня, в BS бывает зависает, короче. Он показывает типа 5 FPS, а там не 5 FPS. Там на самом деле нормально. Ну ладно. Надеюсь, блядь, не лагало. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии в целом. Так, сейчас секундочку посмотрим. Пистолет почему-то сразу дали. Тут самый бонус это вот эту хуйню сразу взять. А, ну похуй тогда. Там бонусный материал. Какие бонус материалы? Это что это, блядь? Куда-то зашел, блядь? Секундочку. Что? А куда я зашел? Ты сейчас кипнул Лил? А? Топ хуйня какая-то? А, да? Даже не понял нихуя. Тут карту поиграть, блядь? Она там у вас виснет, блядь. Хер нормально проверишь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Блядь, я не знаю, надеюсь, у вас не висит хотя бы. Смотрю, что там открылось. Я просто подошел. Я хотел посчитать. На самом деле. Короче, доплывал, я так понимаю, есть. Можно поиграть тупо. Побыстрее грузись, пожалуйста, заебало. Ну тут в прошлый раз вообще ничего не было, по-моему. Ладно. Ладно, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Я не знаю, может быть, эти левела позаписываю, не знаю, навряд ли. Для себя, может, поиграю. Всем спасибо. О, не виснет уже. А чё висло, блядь? Еще хуй пойми. Вот. Спасибо за просмотр, как говорится. Увидим в следующих прохождениях. А это все так и было? Я, ебать, вообще не помню. Нахуя.